Всем огромнейший привет, друзья! Добро пожаловать на наши роллы. Это Джанго запеченный, вулкан запеченный и филька. Все запеченное? Как ты любишь запеченное? Я хочу попробовать все роллы. Что я должна обязательно брать то, что вечно это? Надо пробовать все. Я буду запивать сывороткой, короче, яблоко, груши. Остатки сладкие. А я пивом. Я пивом. Не понимаешь вкус настоящих роллов. Конечно. А как же? Так, у меня тут, короче, этот самый, как его, васаби. Васаби у меня тут, васаби. Всем приятного аппетита, дамы и господа. Конечно же, сперва филька. Только приехали, ну просто наисвежайшие. Смотри, какие у тебя волосы на камере классные. Цвет супер вообще. У меня губы такие. Не ярче. Угу. Просто обалденно. А? Рыбка, сыр и огурчик. Друзья, как у вас дела? Как настроение? Что спряталось-то? Вкусный. Такое. На. Мне понравился. На любителя. Как всегда, приятный сюрприз от Жени. Спасибо тебе большое. Спасибо. Нам очень-очень приятно. И вкусно. Друзья мои, как у вас прошли выходные? Это Джанго. О, красивые ногти стали. Хоть на ногти стали похожи. Не то, были. Что вот. Да, большие. Это с аниме. Они, короче, обсыпаны, друзья. С аниме. Угу. Кокосовой стружкой. Тут сыр. Я не помню, что курица, по-моему. Но он огромный, капец. С Филадельфией ничего не сравнится. Ну, это твоя любимая. Тебя очень ждали, кстати, в видосах. Когда Настюна появится? Когда будут роллы. А, да. Вот тогда я появлюсь. Она тогда на стриме сказала. Роллы, пицца. Да? Ну, фастфуд. Ну, такое, фастфуд. Короче, да. Бургеры там, что-нибудь такое. Не, бургеры точно нет. Я их не люблю. Ну, пицца. Пицца, хот-доги там, картошечка. Фри, типа, наггетсы там. Шавуха. Роллы всякие, шавуха, да. Угу. Короче... Видосы смотрю с роллами вот запеченными. Такое все убогое. Ну не у всех, конечно, но убогое. Там вот эти вот шапки, просто какой-то плевочек, знаете, такой, как будто фу, просто плюнули. Убогие, убогие такие роллы. И так и так сойдет, короче. Но у нас как бы просто божественно, да. Делают все красиво на высшем уровне. Да. Ну и стоит, конечно, тоже красиво. Ну, тут понятно. За вид, за вкус и качество. Дороже. Новый маникюр. Летний. Новые ногти.
такие хвостушки. Как поночевала у подружки? Прикольно, что делали? У меня... Ну, мы смотрели аниме. Анимешку? Угу. Потом кушали. Потом... Как кушали? Макарошки с курочкой запеченной. Ну, голяшки. Погромче но... говори, Настя, у нас нет микрофона. А ты разве не скачала приложение? А я не стала его включать сейчас. А чё? Не знаю. Боюсь закосячить опять. Ага. Это лучше там что-то другое закосячить. Ну что? Вот. Они мне типа. Я типа у них спрашиваю, как вы типа познакомились? Ну, вообще, типа, начали там встречаться. Угу. Ну, вот они мне про это рассказали. Когда он сделал предложение. Ровно прям через полгода, когда начали встречаться. Угу. Вот. Как он ей на день рождения предложение сделал. Ну вот. Как они на второй этаж, еще помню, залезали там по решетке по первому на второй этаж в общаге, чтобы выпить. Залезали. Ну, короче, болтали и общались, да? Да. Типа Таня дома была? Нет? Не ночевала. Типа его племянник спрашивала, такая, а тетя Таня? Он такая... Я не знаю, она работала, сейчас не знаю, где. Такая прикольная. Знаешь, у нее мама как будто ей там не 30 лет, а 15 дома пропадает. Ну, это ее проблема, она уже взрослая женщина. Ну, конечно. Вот это да, смотрите, начинки сколько. Просто битком. Битком набито. И шапка такая цивильная. Шляпа такая цивильная. Обязательно это делать? Тебе понравилось ты? А? Понравились? Нет. Не один? Нет. Мне понравились. А что, не видно, что я всю филотерию сожрала? Вот еще есть. Блин, хочу сейчас оставлю. Там еще есть. Еще Филадельфия, что ли? А, все. А, ты говоришь, там еще есть. Не, вот такие. Я поняла. Че, все, экзамены закончились? Ну, только передача осталась. И все. Mm-hmm. Молодец. А что, сегодня должны были аттестат же дать? Какой аттестат? А, вы же не пересдали еще. Когда пересдача будет? Я 50 раз, мам, тебе говорю. Еще скажи. В начале июля. Угу. А, еще 2 июля я пойду с Полиной, меня Никита позвал на вручение ему диплома. Угу. Хочу посмотреть, как, что меня ждет в будущем. Тебя? Я хочу посмотреть, что ждет меня. А-а-а. Как это вообще выглядит. Хочется посмотреть. Хотя я знаю, там просто книжку будут типа, называть имя и фамилия, и там, может, и отчество. Говорить, типа, выходите, и дают диплом, пожимают руку. Такое вот точно знаю. Угу. Ну, как я знаю, как я думаю. Что, ну, в основном такое. Не дадут же, знаешь, в классе. Даже надо на всеобщее обозрение. Угу. Помните, друзья мои, ролл с клубникой, который у меня был? Он сейчас стал внутри блина этого. Мне уже не сверху, с клубника. Клубника? Ролл, мятная клубника, помнишь? Ну, помню, что клубника внутри, что ли? Да, они уже внутри сделали, порезали пополам. Ну, короче, ну такое. Не выглядит. И она упала в цене. М-м. Было вкуснее и лучше. Ну, я говорю, сейчас она не такая красивая, как раньше. Да. Раньше было, можно было сначала клубнику схавать, а потом уже все остальное. Угу. Я так в основном всегда и делала. Ну тогда. Потому что она в рот не влезет, она огромная слишком. Конечно. У тебя этот блин во рту будет, а клубника где-то там. Угу. Застрянет. Ну все, друзья, спасибо, что покушали. Очень свежая.
Спасибо, что покушали с нами. Пожалуйста, ставьте лайк, пишите коммент, хотя бы смайлик, это поможет в продвижении видоса. Вам не трудно, нам будет очень приятно. Еще раз, Женечка, тебе большое-большое спасибо. Пока-пока.